Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня хочу показать вам, как я спасаю свои фиалочки от жары. Вот, потому что в конце лета во многих регионах такая прям аномальная жара поднялась. У нас, допустим, вот уже третий день 34 градуса на улице. Вот, и вполне естественно, что фиалки, ну, плохо себя чувствуют в жару, и цветут они хуже. Вот, допустим, РЭС, изумрудный берег, он цветет вроде бы ничего, нормальненько так, но пропала зеленая рюша, и все это потому что, жарко. Вот, ледяной дождь, посмотрите, цветет после переукоренения. Кстати, я только заметила, что здесь как-то вот цветочки, они такие колокольчатые, видите, форма. Вот. Так, что у меня тут еще цветет? Трейлеры цветут. Робс Баларо, камера засвечивает, нежно-розовый цвет и фэнтези по лепесточкам. Мой Бродвей Стар Трейл цветет. А в кашпо сейчас он у меня растет. И такой похож не на кустик, а на почвопокровное растение. Смотрите, да? Цветочки прелесть. Так, это моя Эскай Афродита. Уже доцветает, уже цветочки начали портиться. Вот. Ну, еще так ничего выглядит неплохо. Так, это... мой новый сорт, новинка моя. Мне Настя присылала детку. Ленс Лит Свитхарт. Я, кстати, себе подписала, как это звучит на русском. Лайнс Литл Свитхарт. Сорт называется. Очень красивый, мне очень понравился. Вот шагреневая листва у этого сорта, посмотрите. Это полумини. Такая вот красивая розеточка. Вот, листики все ровненькие, цветоносы крепкие. Вот, Ян Катюша, красотень, тут у меня цветет. Розеточка, правда, общипанная, но мы это исправим. Зоря Насяева, Ле Зоря Насяева начинает зацветать. Вот, так, что у меня тут еще интересного? Авей ленинградское мороженое, химерка. Ну, она у меня все лето цветет. Все лето цветет, правда, цветов немного. И вот они какие-то слабенькие, цветоносы. Ну, наверное, потому что практически без подкормок. Вот, здесь у меня доцветает уже РМ фриволите. Это вот на обычной листве. Розеточка, да, РМ фриволита. Вот такие вот цветочки. А есть у меня РМ фриволита. Вот она, красота. Здесь тоже тип листвы шагреневая. Такая вот в пупырочку и с ворсинками. Вот, как здесь. Так, видно, да? Вот. Я собираю фиалки с таким типом листвы. И здесь немножко другие цветы. Смотрите, да, вот в сравнении. Они более ярче, контрастнее, хотя на стеллаже. Что вот эта фиалочка на стеллаже, что вот это на стеллаже. Вот, и какие-то прям более помпонистые, что ли, какие-то вот, ну, вот интереснее. Эти вот как бы воздушные цветочки, да, вот. А здесь более какие-то структурные. Но мне вот, это, вот этот вариант нравится больше. Розетка, конечно, у меня никудышняя, потому что мы падали вот, в детстве. Потом я пересадила, пробовала ставить на фитиль, но начала замокать точка роста. Поэтому с фитиля снимала, вот ржавчина начинала появляться. Ну, сейчас вроде все хорошо. Вот, берегу эту розеточку, как зеницу ока. Так, на подоконнике покажу вам Робс Ванилла Трейл. Смотрите, зацветает.
листики от сквозняка. Вот, вообще нежные листочки у Робс Ванилы Трейл. Я на ночь открываю окно, как форточку, да. И вот от сквозняка вот такая вот история появляется. В кашпо растет 3 розеточки. Но Робс Ванилу Трейл я бы не советовала выращивать в 3 розетки. Она прекрасно растет, прекрасно кустится в 1 даже розеточку. Здесь вот мне придется ее пересаживать. Вот, потому что, вот видите, листочки, да, какие у этой у вот этой вот головы крупненькие. У этой тоже такие листики крупненькие. А вот у третьей лист мельче. Это вот означает, что на каком-то этапе этому растению, ну, в общем-то, либо питания не хватило. Вот, поэтому оно отличается. И, естественно, по мере роста они начнут забивать друг друга. И вот это растение, из-за того, что оно уже изначально как бы более слабое, вот, оно самое первое почувствует дискомфорт. То есть, несмотря на то, что мы цветем, ну, где-то через месяц придется с этой красотой что-то делать. Так. Так, здесь у меня на полочке растут детки, там менюшки, трейлеры подрастают. На капиллярных матах все стоит. Вот. Ну, вот эти поддоны, это мое все. А вот с этого поддона, скорее всего, что где-то в сентябре буду какие-то излишки предлагать. Но их не так уж много. Вот, осталось. Так, покажу вам. Кто-то у меня спрашивал, шотландский вереск свой. Вот, лес шотландский вереск. Вот такой вот у меня вот кустик растет. Я его буквально на днях достала с теплички и поставила на маты. И есть у меня еще один. Вот, тоже вчера достала из теплички, поставила на маты. Смотрите, сам кустится. Вот. Пестролистничек такой, с такими интересными листочками. Так что шотландский вереск можно выращивать в 1 розеточку. А, так, значит, здесь у меня на нижней полке укореняются листики, там пасынки, детки растут. А, вообще, для трейлеров, в тепличке очень важны. Вот. Я вообще для всех фиалок использую теплички, а для трейлерных сортов в особенности. Вот. Хрустальный водопад Gold. Вчера тоже с теплички достала, поставила на маты. Вот. Там вот стрепсик подрастает. Ну вот ему, может быть, и не нужен. Ну, не стоило его на маты выставлять. Не знаю, посмотрю, как он себя будет чувствовать. А, вот это тоже вчера с теплички Trail Along на маты переехал. Скажите, такой большой кустик, да, почему был в тепличке? Потому что я его пересаживала. Я его пересаживала, и после пересадки 2 недели он у меня стоял в тепличке. Вот, адаптировался. И сейчас на матах он очень быстро пойдет в рост и зацветет. Уже даже вот один есть бутончик. Trail Along у меня в излишках есть еще один пасынок. Вот он уже цветет. Его уже пора отсюда пересаживать с этого стаканчика. А я потеряла, кто у меня его заказывал. Потому что на тот момент, когда покупатель хотела сделать заказ, в общем-то, он еще был маленький. А потом я случайно, видимо, удалила переписку и потеряла. Sesti Sister, моя розеточка, вот такая вот маленькая. Есть у меня еще от Насти линия другая, Sesti Sister. Сейчас я, наверное, вам ее покажу. Так, вот это Настина, а вот моя. Посмотрите, листья отличаются, да? Вот у Насти, ну, вот это другая линия. Здесь лист более крупный, чем на моей. Моя взрослая. А это с детки выращенная. То есть моей уже, ну, год, наверное, фиалочки. Это вообще вот как микромини. А вот эта розетка крупнее. Хотя она у меня растет в 30-граммовом стаканчике. Если ее пересадить, ну, я, наверное, и буду ее переваливать в 50 грамм, то розеточка еще будет крупнее.
Она там, кстати, уже мне бутончики выдала. Вот, так что один и тот же сорт, существуют разные линии. Вот как в данном случае. Вот. Я, конечно, себе буду оставлять и свою, и Настину, но с моей очень сложно работать. Она очень часто пасынкуется. А я еще тоже заметила, что начала двоить голову. Вот моя. Возможно, нужно было с листа переращивать. Ну, в общем-то. В общем-то, вот так вот. Так, здесь вот у меня будет в излишках Чанта Спринг. Смотрите, какие хорошенькие. А, это линейка. Это Чанта Спринг. DS Marshmallow. Petite Blurney с тюрнюрной листвой. Робс Баларо. Так, что у меня тут еще будет в излишках? Так, Ян Катюша. И, может быть, там еще что-то. А, вот Шеридан, Ле Шеридан трейлер. Тоже что-то будет в излишках на начало сентября. Лунная радуга, укорененные листья вот с такими вот деточками. Тоже будут в излишках. И, возможно, даже шотландский вереск. Я укореняла два пасыночка. Вот, ну, если они успеют укорениться, вернее, они-то уже укоренились, просто им нужно чуть-чуть подрасти. То тоже, если будут желающие, то могу поделиться. Так, ну и... Да, как же я вам не показала Рандиту Трею. Вот, смотрите. Я ее пересаживала, очень много листьев уехала. Разъехалась по всей России, там был такой очень-очень длинный стволик. Он и до сих пор, этот стволик остался. Так, сейчас я вам его даже немножечко покажу. Вот такой ствол. Я аккуратно сделала пересадочку, чуть-чуть заглубила. И вот мы снова зацвели. Вот, листики начали более крупные с серединки расти. Вот, то есть, если вы видите, что у вас фиалочки как-то, ну, не так себя ведут, да, то, скорее всего, решение проблемы не удобрениями, а именно пересадкой. Здесь у меня глоксинии. Вот. Тоже сниму, наверное, отдельное видео. Расскажу там снова ошибки, какие я допустила. Здесь у меня мои трейлера. Так, это у меня... Так. DS Невеста. Тоже я ее пересадила, поставила в тепличку. У меня она что-то плохо вытягивается, но пасынки там есть. Вот. То есть пасынковаться начала, но так как розеточка плотная, то эти пасынки плохо развиваются. Если сейчас в тепличке она не вытянется после пересадки, да, то есть дам ей минимум света, чтобы она потянулась, то буду срезать верхушку, а формировать уже вот с вот этих вот пасынков. Ну, в общем-то, посмотрю. Это у меня Чанта. Все время их путаю. Так, это у меня Чандалана. Я ее тоже недавно пересадила. Дала ей вот такой вот семерочку горшочек. Не знаю, может быть, многовато. Я вообще заметила, что трейлеры не любят глубокие горшочки. Вот, все-таки им нужно объем выбирать пониже. Чем ниже, тем лучше. Это Dancing Trail рассадила. Три пасынка укореняю. Ну, это я для себя. Вот. Тут у меня стриптокарпусы. Очень долго не давали деток. Ну, наконец-то смотрю. Есть. И вот еще две деточки. Но эти уже тоже... ну, то есть они уже не успеют адаптироваться после теплички, чтобы их можно было переслать почтой. То есть это уже вот останется... Останется мне все. Так, здесь что у меня? Здесь у меня детки. Тоже тут и трейлеры, пасынки. Pink Mint, вон два пасыночка. Там у меня Шеридан. Вот. Ну, тут не помню уже что. Это я только недавно пересаживала, поэтому вот под пленочкой. Так, покажу вам еще вот в этой тепличке свои трейлера. Смотрите, какие красивые. Укореняла листики в пятерочках. А вот листы укоренились. Дали деток, но детки не росли. Были беленькие. И я, посоветовавшись с опытными
коллекционерами именно трейлеров, да, в общем-то, сделала перевалку с пятерки, с горшочков в восьмерку, прямо вместе с материнским листом. Я восьмого, кажется, восьмого, сейчас вот даже достану. Я на своей страничке, а, нет, 15.08, то есть 10 дней прошло. Я вот такую перевалку сделала, и за 10 дней эти детки прям тронулись в рост, и они позеленели. Вот, абсолютно все. Кстати, вот этот листик я очень переживала, что он не даст деток, потому что он очень беленький. А он дал деток еще прилично так. Так, вот тоже. Видите, это вообще в девятке растет. Так что с трейлерами можно так поступать. А, вот еще. Вот еще. Ник «Весенняя поэзия». Я в конце июля получала посылку, и у меня вот уже там две детки, которые можно уже отсаживать. Вот это ДС «Сады любви». Это тоже вот июльская посылка. Уже вот детки начали проклевываться. Вот вообще, почему листики в летом плохо укореняются? Да, я смотрю, там вот некоторые снимают видео, не укореняется лист, начинают его там кромсать, резать. Вот. А я бы, допустим, не советовала резать лист просто так. Нужно просто убедиться, что грунт у вас влажный. Потому что часто бывает, что вроде бы думаешь, а вот в тепличке стоит, там влажность сохраняется, да. А на самом деле, грунт имеет свойство все равно подсыхать, особенно в летнюю жару, да, где-то от лампы тепло идет, где-то с это самое. И листику для укоренения, для того, чтобы он дал деток, элементарно не достает влажности. И вроде бы на вид. Вот посмотришь, кажется, что листик влажный, ну, то есть грунт влажный, а на самом деле, в общем-то, влажности маловато. Особенно это касается вот сортов с крупными, ну, то есть крупные листик, когда вы укореняете. И бывают листики, ну, такие плотные, да, толстенькие, мясистые. Им надо влаги побольше. Так, вот видите, здесь у меня тоже вот восьмерочки. Я, честно говоря, не помню, по-моему, это Ан Красная река. Нет, это белый жемчуг Щербакова. Вот уже такие детюхи. Воздушные корешки. Вот. В общем-то, трейлеры это очень интересно. Очень. Вот, тоже у меня тут. Так, а это я не помню, что это у меня. Вот, река Волга. А это 10.08. Я тоже вот в такое кашпо переваливала. Вот уже там поляна целая. Деток. Кстати, кто-то у меня спрашивал, можно ли выращивать трейлеры. Ну, вот как раз вот так вот, да, сделали пересадку в широкое кашпо и вместе с материнским листом выращиваете. Ну, как бы, в принципе, я думаю, что можно, но если деток у вас там много, они будут забивать друг друга, и, в общем-то, ну, растение быстро израстется. То есть я бы не советовала. Это тоже вот трейлерочки. Это АГ-хмаринка. Вот, кстати, опять же, возвращаемся к тому, что лист, ну, плохо укореняется, я сказала, да, влажности, возможно, не хватает. А вот если долго не дают деток. Вот, смотрите, я укореняла этот лист 5 мая еще. Вот, а детка только вот может быть как недели 3 назад, то есть в конце июля, начале августа начала появляться. Лист вымахал, вот такой огроменный, был маленький, он весь такой вот жирненький, хорошенький, а деток не давал долго. Я ничего не делала, совершенно ничего не срезала, не обрезала, то есть все равно он дал деток. Если там нет пятки, то, ну, можно верхушку срезать, ну, можно и ничего не делать, просто подождать. Так, здесь у меня Ан, водопад Виктории. Вот, два листочка укоренилось, такие мастепусенькие деточки. Так, это тоже что-то с трейлеров. А, вот это моя беда и горе. Это Cherokee Trail. В начале мая я еще получала посылку. И вот эта укорененная голова, она у меня до сих пор сидит на месте. Я уже три раза ее заново меняла грунт и меняла. Ну, в общем-то, никак не хочет укореняться. Вот хочу еще раз достать и в мох попробовать посадить. У меня уже листья с этого, ну, с этого пасынка дали деток. А сама вот этот, сам пасынок, ни туда, ни сюда вообще, не знаю. То ли сорт такой, вот, ну, наверное, да, еще плюс посылки, он побитый же весь был, пришел.
Тут еще, наверное, вот это что сорт такой тугодумный. В общем-то, не знаю, что с него получится. Так, а тут вот смотрите, фрагмент листика. Тоже я получала посылочку с трейлерами. И листик был подпорченный. Вот. И я, в общем-то, лист обрезала, разрезала. И одна пластиночка все-таки, вот смотрю, укоренилась. Было три таких вот пластиночки, но две пропало, а одна укоренилась. Сорт очень красивый, надеюсь, это кусочек этого фрагмента расщедрится и даст мне хотя бы одну деточку. Это пасынок. На пне я выращивала с химеры Сосайд Дженнис Делайт. Вот, но здесь, видите, пошли темные пятна по листу. И вот это уже, в общем-то, не продается. Все, это вот уже по-хорошему, это вообще вот нужно выбросить. Я просто ради интереса оставила. Вот, то есть не процветет это как химера. Вот, ну, оставлю, понаблюдаю. Так, ну и давайте покажу вам вентилятор. Я вообще снимала видео, хотела просто вентилятор показать. И вот разошлась и прям много чего вам показала. Значит, в прошлом году, 21-й год, да, было очень жаркое лето. У меня фиалочки пропадали, вот, особенно детки. И я задумывалась о том, чтобы приобрести себе кондиционер. Но в связи с обстановкой в нашей стране, да, резко все весной подорожало. И в наличии как-то не особо что было. Ну, то есть я, в общем-то, не смогла приобрести себе кондиционер. Но я приобрела себе вот такой вот вентилятор. И я не жалею, это и по цене дешевле, я не знаю, в 10 раз. И результатом я довольна. То есть вот этот вентилятор, он стоит около 4000 у нас, где-то 3800. Вот посмотрите, какой он большой, да, вот эта фигня эта вся. Вот. Устойчивая вот такая вот ножка, то есть он не болтается, работает он практически бесшумно. Здесь есть вот такой, даже пульт есть, с пульта это все можно включать. Ну, я пультом не пользуюсь. Три режима, вот, я всегда включаю на единичку, этого вполне достаточно. Таймер есть, то есть можно включить, он будет выключаться через каждые 30 минут и включаться сам потом, да, то есть вот отработал 30 минут, выключился, ну вот что-то там такое. Можно на час ставить, на 2 и на 4. А сон, это что-то тоже, он медленно вот так вот крутится. Ну, то есть функции такие интересные и полезные. Вот, и в общем-то у меня вот в комнате стоит вот такой вот вентилятор. Ну, где-то я часов с 10 утра его включаю и до 7 вечера. И в комнате у меня выше 26 градусов температура не поднимается. Вот, поэтому у меня потерь нет, вот, среди фиалочек. Все растет, все укореняется и все замечательно себя чувствует. Конечно, уже конец сезона, да, и скорее всего, что уже вот этих вентиляторов, ну, по крайней мере, как у нас, да, вот если наступает жара, они в магазинах исчезают. Это вот нужно или же зимой покупать, или же рано-рано весной. Вот так вот. Так, ну, наверное, на этом и все. Буду заканчивать. И так много наболтала. В общем-то, пишите комментарии, ставьте лайки, кому было интересно. На этом всем всего доброго. До свидания.